Дорогие фанаты смешанных единоборств и боевых искусств, я поздравляю всех с наступающим 2017 годом. Я желаю всем удачи, счастья и благополучия в семье. Но самое главное – это крепкого здоровья. Если будет крепкое здоровье, вы на все способны. В новом 2017 году я планирую драться как можно чаще и больше, чтобы радовать вас своими победами. Потому что заканчивать выступление я не намерен. Вот.